Здравствуйте, с вами Юля. Сегодня будет такой интересный новый журнал, как 101 далматинцев мультик. В данном альбоме... Сколько наклеечек? 225, как видите, наклеечек. Ну, такой он интересный, красочный, клевый, именно из мультика. Просто 101 далматинец. Очень сказать захотелось. Вроде бы у нас испанский, наверное, язык, не знаю. К сожалению, здесь очень маленькое количество наклеечек вклеенных уже было. Такое купила. Но в основном большинство нету. Где-то может наклеек 10, что ли, вклеено. А все остальные пустые. Как видите, тут у нас встреча. У каждой наклейки написано что-то. Про что именно этот мультик. Как они гуляют, смотрят в окно. А вот тут уж тут не показывают встречу. Жалко. Тут уже они как бы поженились. Роджер и Анита. И тут Крео Девиль решила к ним зайти в гости. А вот тут у меня наклеечки есть. Вот это вообще так нравится, когда она там стала трясти свои сигареты, что ли. И на него все попало. Тут у них родилось сколько, 15 щенков? Кто помнит? Я вот, если честно, не помню. Смотрели телек, пошли гулять. А тут поджидает их. Тут, кстати, одна наклеечка есть. Кто их там поджидает? Кто-то там, короче, поджидает. Ну, вот они. Еще две наклеечки. А, еще тут еще одна. И, к сожалению, щенков украли. Тут еще наклеечки такие непонятненькие. Так, мне нравится, что он такой красочный. Тут, кстати, есть еще такой разворотик. Мне там пошли и что-нибудь выиграли, не знаю. Пакетик у меня, как видите, нету, конечно же. Так, они когда в этом замке оказались, то смотрят телевизор, котярка это. Вот они тут телек смотрят. Тут еще несколько наклеечек, как они стали убегать. Понго и... Не помню, как зовут... девочку. Нашли своих детишек, стали убегать. Тут еще жопка. Вот детишек-то стало много. Это опять-таки половинчатые все. Батюшки наклеечки. Тут они бедненькие. Идут, бегут, убегают. Метель идут. Вообще такие прикольные. Жалко, тут четверная так наклеена, то что не пойми, как ее можно будет наклеить. Может, не получится ее открыть вот так. Ладно, посмотрим. Вот они бегут, метель уходит. Так, опять тут машинка Круэлла. Они так переговаривают, эти так сбегают. Наверное, мой любимый эпизод, как они прям перед носом бегали. И, конечно же, они пришли домой. Такие черненькие. Обнимашки, целовашки. И последний. Микки Маус. Я смогла поменять пока что только на две наклейки. Вот мой любимый эпизодик. А тут, наверное, начало, Роджер и Понго веселятся, то, что у них детишки родились. Так. Так. И 200 с чем-то. Такой интересный журнал. Буду
пытаться обменами собирать, ну, конечно же, наверное, покупать. Интересный такой журнал. Мультик просто шикарный. Ладно, с вами была Юля. Спасибо, что смотрели мои видео. Всем пока. Bye-bye-bye.